На пересечении улиц Трехгорной и Совхозной молодая автомобилистка перепутала сигналы светофора и спровоцировала опасное столкновение с другой машиной. В результате ДТП ее Land Cruiser Prado перевернулся. К врачам вынужден был обратиться пассажир. 22-летняя девушка со своим знакомым ехала по улице Совхозной в направлении Березовки. Перекресток она собиралась проехать прямо. Мужчина, управлявший Паджеро, двигался по Трехгорной со стороны аэропорта и тоже не собирался менять траекторию. 57-летний горожанин, возвращавшийся домой, говорил, что скорость у него была в пределах нормы. Тут на столбе висит фоторадар. Авария произошла из-за того, что автолюбительница поехала на красный свет. Хабаровчанин, естественно, не ожидал такого поворота событий и предотвратить столкновение не успел. Все правильно, все зеленый был, а они ехали на красный. Сейчас это... На большой скорости? Они ехали на большой. Я даже не успел затормозить. Поздно увидели их, да? Водительская. После удара Прадо сделал кувырок и снова встал на колеса. На крыше внедорожника остались характерные следы. Сидевшая за рулем получила ссадины, но больше была шокирована произошедшим. Пассажира, мужчину 1993 года рождения, из больницы позже отпустили. Ничего серьезнее ушибов у него нет. Когда автомобилистка, получившая права 2 года назад, пришла в себя, она рассказала, почему случилась авария. За разрешающий движение сигнал она восприняла зажегшуюся зеленым светом дополнительную секцию светофора. Машина, двигавшаяся по крайнему правому ряду, начала движение для поворота. Хабаровчанка тоже поехала через перекресток. Виновник для инспекторов ГИБДД в данном случае был очевиден. С документами у обоих водителей проблем не возникло. С места происшествия Мария Дедова, Анастасия Манина и Андрей Алферов.